В общем, один из самых больших, наверное, самый большой в Кирове. А в Одессе у нас, по-моему, практически вообще нету подземных таких супермаркетов. И тут много всего очень интересного. Попаду. Да, хорошо. Ряда, отдай людям эту ложечку. Мега. Дальше, короче, идем гулять в центр города. Мы уже посетили все, что могли тут, все достопримечательности. У нас было время, силы и желания. И теперь мы пойдем в город. Видите, арт-переход. Такой красивенький. Короче, мы уже дошли до центра города, шли мы оттуда и продолжаем, собственно, идти. Сейчас Габриэль еще раз подпитает Раду, мы где-то сядем и будем продолжать гулять в центре. Хотя мы уже довольно немало нагулялись, конечно. Вот так вот все происходит тут. Вот он, глобус. И мы сейчас сюда зайдем. Владимир что-то там хотел глянуть, приобрести в Одессу. И тут тоже всякие мемориальные штуки железные. Плюс фонтанчики, по которым можно побегать, походить. Экскурсии по городу тут еще какие-то делают. Глобус отражает или что он там делает? Хрен его знает. Ну, типа антенна, да, что-то там они делают. Неизвестно, как-то с этой связано. Но я в это не вдавался в подробности, если честно. Видите, и тут мы были как раз незадолго, по-моему, через год после того, как были вот эти события. И мы тоже снимали там целый большой видеофильм. Так что, если что, смотрите наши предыдущие года наших блогов. Первые наши блоги мы тут снимали. В общем, один из самых больших, наверное, самый большой в Кирове. А в Одессе у нас, по-моему, практически вообще нету подземных таких супермаркетов. И тут много всего очень интересного. И даже Билла. Короче, всякие супермаркеты и так далее. Много всего вкусного и неполезного. Это водичку подставлять. Не знаю. Да, они тут прям все делают на виду. Интересно. В Цитрусе, насколько я понимаю, это отдел Цитруса. Экспресс-ремонт. Вот так вот почти. Видите, такие морские подарки. Четыре тысячи такая большая сумка стоит. Маленькие. 3200, 2800, 3500. Ну как в ту часть, значит, можно подойти. Вот, только мы зашли с этой стороны, а еще можно зайти с другой. Я помню, что с той стороны площадь. Во вторую часть вот этого глобуса, и после этого мы уже будем, наверное, ехать на вентилятор. Смотри, во, неожиданно этот походу эволюция. Там где-то как раз круг вот под этим ангелом. Давай зайдем.
размеры и скидки самое главное. Иначе это не будет иметь. Супер скидка. Еще сколько? Со супер скидкой. Ну, здесь не супер дешево. Сколько? Ну, по супер скидке 1900. Да, не очень. 1700. Ну, просто те, которые Торксона по 1300 брал, но опять-таки. Юморикс, да, Дмитрий, это гривен. Да, по 100 долларов примерно джинсы. И рада отдай людям эту ложечку. Мега. Восемьсот гривен более-менее неплохая цена. 2700 это тоже 100 долларов. Да, вот это еще больше ложечки. Более не подходит черные нужны цены, но это такое. Такие прикольные лифтики. Вот то, что отсвечивает, похоже, знаешь, как будто иногда, как вот в этом шампанском, которое там было. И вот сюда мы сейчас зайдем, глянем, что тут есть интересного в бассейнчике. Так, в общем-то, выглядит вся эта немножко. Красивенько, видите, тут много всего, вплоть до Макдональдса. И куча всего. И пузатых хатов в том числе. Идем сначала туда, давай. И сразу туда вернемся покушать. Нам сказали, где музыкальный магазин, сейчас зайдем туда, что-то купить. Туда можно ребенка сидеть. 1900-2000 такой стоит. И пряник. Доси сидит. Сколько будет стоить вот такое вот мороженое на вот этот тарелочке? Вот типа такого, что вы рекламируете? Мороженое с орехом, шоколадом и яблочком. Внутри есть вафля с шоколадом, со смородиной, с орехом и обычным. Это уже именно вафля, да, такая идет? С шоколадом, да? Давай. Одно вафля? Да, да. Без взбитых сливок, правильно? Давайте со взбитыми сливками. Раз. Это получится 49 гривен. Хорошо. Красиво. Смотрите. Держите. Спасибо. Не надо. Вот такую штуку мы купили со сбитыми сливками, тарталетку за 50 рублей, 49 стоило все это. Сейчас мы будем пробовать. Внутри шоколад, внутри это таблет. Очень вкусно, очень много сбитых сливок. Идем немного. Вот там суп грём, неожиданно. Непонятно. Мы уже почти доели нашу штуку. Должен это самое быть. Не стал бы, что угодить. Рада, чао. Пока-пока. Рада, пока-пока. Деньги хочешь? Деньги грязные. Пока-пока. Пока-пока. Шоколад какой-то. И мы, собственно, сейчас уже поедем назад. На метро, потом на автобусе и так далее. И будем снова париться.
мы вчетвером 4 штуки дать. Наконец-то выдали целых 4 шатона. Теперь мы прямо это гуляем. Перешли через этот подземный мост. Не мост, вернее, а подземный переход, скажем так. И у нас все получилось. Мы, честно говоря, не знали, как перейти, но вот сейчас интуитивно, с первого раза. Мы даже не бежали, но была вероятность, процентов 20-30-50, что нам придется перебегать, перепрыгивать. Но пошло. Теперь минут 10 пешком, и мы уже будем на месте. Тут вот экстрим-парк какой-то. Так что все, на этом, я думаю, с вами прощаемся. И в следующей серии мы будем снова у нас на видеолайфе. Будем что-то там делать интересного. Ужинаем еще, наверное. И будем опять же что-то делать интересное. Завтра же будем брать всякие интервью и так далее. И, собственно, все, друзья. Все, всем пока. Увидимся с вами прямо там.